В Петропавловске детская киностудия «Мирам» начала съемки короткометражного фильма «Случайное счастье». Ранее киностудии представлены кинокартины «Тенге» и «Каникулы». Сегодня в копилке более 2000 кинопроизводств. Подробности у нашего корреспондента. Казахстан лидирует в мировой практике по разводам. По официальным данным, из 105 государств он занял второе место. Автор сценария фильма «Случайное счастье» Гульжамал Раймкулова затрагивает важную проблему в сюжетной линии и призывает обратить внимание на институт семьи в современности. В жизни никогда нельзя терять надежду. У всех разные судьбы. У главной героини Дины по мотивам фильма не сложилась семейная жизнь. Мать-одиночка осталась с двумя детьми. Каждому важно обрести своего человека. О непростой судьбе женщины мы и расскажем. Йылдана Биржан впервые вошла в мир кино. 2 месяца назад участвовала в кастинге и была замечена. Юная актриса любит жанр комедии. Ее кумир Дарига Бадыкова. Девочка также мечтает стать известной актрисой. Я играю в этом фильме дочь Дины, шестиклассница. Я хочу женить 2 молодых людей. К съемкам готовились месяц. Мне очень нравится быть частью съемочной группы. В фильме «Случайное счастье» задействовано 11 актеров. Премьера короткометражного фильма планируется в начале мая. Наталья Итова, Алмагуль Тастанова, Дильнур Жанов, служба новостей.